Привет, моя любимая. Да-да, не удивляйтесь, это опять гайд. Но это будет такой гайд, каким он должен быть в идеале. А сразу говорю, что на канале фишки и баги это все было и будет. Кому не интересны мои гайды, где там бубню, там мямлю, можете не смотреть. Просто... Я тебе помогу потом посопортить. А просто пропустите видео и смотрите фишки и баги. Но кто хочет учиться... Меня слышно, нет? Да слышно тебя, подожди, чувак, дай мне сказать речь мою. Отводы не буду делать вам на день. Тому, мне, если надо, будет сам. Кто хочет научиться играть за этого героя, посмотрите данное видео, и вы поднимете свой скилл. Windranger. VR-ка раньше ее звали. Windrunner. Ну, как-то смотрели так. Смотрели MVP против Evil Genius вчера кто-нибудь, нет? Это герой. Evil чаще Genius, всего его берут в харду, чаще всего, да? Но можно идти в мир. Мы пойдем в мир. Почему бы и нет? MVP? За этого героя очень много играл игрок Виха из Team Secret. По-моему, Team Secret, да? Да, Team Secret, все правильно. Виха, он задротил. Может быть, даже на нем он себе и соло ММР поднимал очень долгое время. Он на мипа хорошо играет, на многих героев. Но в том числе у него сигнатура это ВР-ка. Ну давайте, братцы, я возьму. Драка, гол, драка. Драка за руну. Отлично. А, обычно я записывал гайды без голосового чата, да? Но вот вы видите, сколько фуда. Я даже вообще не успел ничего сказать. Все перебивают. Ну давайте, я не буду вырубать чат. Мы играем на русском сервере. Специально для вас я это сделал. То есть русскоязычной аудиторией, публикой. Игроками. Наша задача... Постараться пофармить. Ну, вначале будет это сложно сделать. Например, если вы стоите против SF, а само собой SF, он вас будет перефармливать в итоге. Когда он соберет души, он вас перефармит. Опа, ну инвокер. Также инвокер, этот инвокер через экзорт, насколько я понял. Я пока еще не разглядел. А, у него еще нету сфер, да, экзорт. Это, видимо, баг, видите, у него анимации сфер нет, но сферы почему-то у него есть. Лол. Бывает и такое. Так, этого крипа я не добью. Хорош. Что мы будем собирать? Давайте подумаем. По сборке. Вначале я покупаю ноут талисман. А, он нам нужен, чтобы у нас был хороший дамаг для фарма в миду. Ну или в харде, где мы там будем стоять. Так, сейчас одну секундочку, я кое-что забыл сделать. Мне нужно включить ускорение компа, или он просто умрет. Все, превосходно. Превосходно. Делаем акцент мы на второй скилл. Это наш самый главный скилл. Мы будем за счет его фармить и убивать врагов. Опа, не получилось, инвокер, у тебя. Само собой, мы стараемся добивать крипов. Вот идут у меня миссы, но что поделать. Придется быть мисс. Мисс вселенная. Так, инвокер молодец, помогает мне чувак фармить. А, копим мы на ботл. Можно покупать танка вначале, можно просить, чтобы вас запулили танка. Но я решил купить себе танка. Ох, успел, молодец. Все, есть у нас ботл. Несем. Ботл нам нужен обязательно. Тем более, если мы играем там через второй скилл, мы его максим, нам ботл... Что это было, лол? Это типа такой баг? Ну ладно, допустим. Каким-то образом я стрельнул, ну ладно. А... На первом уровне мы качаем второй скилл, потом качаем первый скилл и второй скилл. И на четвертом качаем третий. То есть у нас на четвертом уровне должны быть все три скилла. Но сделан акцент именно на второй скилл должен быть. А, первый скилл нам в первую очередь нужен для чего? Чтобы связывать. Само собой, тоже его нужно максить, но после второго только. Максить нам нужно его, потому что у него увеличивается время связки. Например, вот если он на первый уровень прокачан, да, первый скилл, то от него толку в принципе будет минимум. Минимум от него толку. Так, вардов у нас нету, это хорошо. А, собираем дальше мы фейзы. Если вам тяжело, опять же, фармить крипов, да, вы будете, чтобы кто-то добивать, можно фармить с помощью второго скилла, опять же, напоминаю. На третий. Ну ты что, вот инвокер, видали, какой у него уже дамаг? Он просто уже убивает с пол хп крипов. Инвокер, друг мой. Инвокер. Близ за мной пошел. Так, попробую добить крипа. Через второй скилл, отлично. Фармим, собираем. Фейзы собираем через тапок.
Потом пойдем дамаг. Гангать мы пойдем, ну, примерно на уровне 7, где-то так. То есть у нас в любом случае должны быть к этому времени фейзы и ботл. Нет смысла гангать без фейзов. Само собой, чем у нас... Я не добью, да. Чем у нас будет выше уровень, тем лучше. Потому что у нас будет прокачанный второй скилл и связка. Еще раз напоминаю, что связка, она тоже нужна, первый скилл. Если она будет слабо прокачана, то мы мало что сделаем. Напомню, что на втором... Ой, на четвертом уровне у нас должен быть прокачан... Все три скилла должны быть прокачаны. Если у нас будет ганга, чтобы мы могли убежать с помощью третьего скилла. Хорошо. Фарм, в принципе, идет довольно неплохо. Чекаем руну. Руны нету, да? Ну, естественно, руны нету. Это дефолт. Так что мы стоим на миду вообще без руны. Их забирают все эти руны. Ну, ничего страшного, постоим. Постоим без руны. Так, ты меня не будешь добивать? Хорошо, спасибо, друг мой. Инвок, кстати, хороший человек, реально. Не могу ничего про него плохого сказать. Просто хороший человек. Дает нам пофрифармить практически. Парк, если бы я качал РПЛ... Так, внизу, наверное, тоже руны нет. Пойдемте, прочекаем быстренько. Кстати, очень опасным способом я пошел чекать руны. Очень опасным. Могли бы меня сейчас убить, но ладно. Так, у нас 5 уровень. Хорошо, руна есть. Это просто превосходно. Качаем, само собой, мы ультимейт. Он нам нужен всегда. То есть, когда мы соберем фейзы, мы уже получаем ускорение. Даже если у нас там не прокачана связка, ну, только на один раз, да, то есть по времени мало прокачано, то ничего страшного. У нас есть ускорение от фейзов, мы можем побежать за врагом. Так, я надеюсь, мне хорошо слышно то, что там люди говорят. Пау! Хорош, 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 хорош. Так, какого крива? Какого, какого? Хорошо, этого. Все, фейзы у нас точно будут. Фейзы у нас будут. Скоро появится новая руна. Кто же ее забирает там на топе? Странно. А, там, скорее всего, Энигма забирает. Понятно. Хорошо, есть фейзы. Ну, давайте мы дождемся еще одного уровня. Как раз вот, запомните, самый идеальный уровень для ганга — это 7. Потому что у вас будет второй скилл прокачан на максимум. Так, я хотел помочь добить. О, спасибо. Ну, я говорил про Энигму. Не, чувак, здесь уже все. Здесь тебе ничего не поможет. Идем, получаем мы 7 уровень. А, про сборку, еще раз про сборку. Ну, вариантов очень много, опять же. А само собой, самый главный предмет — это даггер, чтобы вы могли прыгать и связывать врагов. Ну, врага, хотел сказать врагов, нет, одного. Ну, можно двоих, конечно, связать, но в основном самое главное — связать одного врага. То есть с деревом или с другим врагом, неважно. Это блиндаггер. А, это Майлсторм, тоже один из лучших предметов для ВР-ки. Там, допустим, если у нее ульта уменьшает урон по врагу, то Майлсторм, он бьет молнии. Там уже не уменьшает урон. А, дезолятор тоже отличный предмет. Ну и агоним, само собой. Само собой агоним. Но, видите, здесь как бы еще вопрос, по какой очередности все это собирать. То есть я бы не стал бы собирать агоним все-таки первым итемом. Да, например, прямо сейчас собирать агоним. Нет. Лучше так не делать. Я вам советую, собирайте... Так, это Урса наша, хорошо. А, собираем Майлсторм. Обязательно собираем Майлсторм. Потом посмотрим, что будем собирать. Так, красота наша здесь. Собираем Майлсторм. О, как мы хорошо пофармили. А, опять же... Скорее всего, потом я не буду собирать агоним сразу. Мы пойдем дезолятор. Ну, опять, это уже на ваше усмотрение. Лично мое мнение, так лучше. Потому что дезолятором у нас будет увеличенный урон, а мы будем отнимать броню у врагов. Также мы можем бить просто с руки, у нас будет увеличенный урон. Это уже хорошо. Так, давайте мы немножко похилим Урсу. Так, что у нас? У нас вроде все хорошо. А, нет, внимание, здесь немножко я ошибся. Нет, сейчас мы собираем не Майлсторм, нет, слишком рано мы начали. Обязательно собираем даггер, то есть после фейзов нам нужен даггер, все. Ну, поторопился, да. Потому что я никогда не играю за ВР-ку без даггера, ни одной игры не играл в жизни. Ей нужен даггер, в любом случае, нужен даггер. О, как здесь все печально. По нему, есть кто?
Опа! Опа, опа, опа! Да нет, я уже сегодня убью. Да, 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 да. Все, мне плохо сейчас будет. Да, мне будет плохо. Вот такой вот у нас замес. К сожалению, у команды врагов здесь вся просто 5 человек. У нас, видите, просто все АФК. У нас все АФК. Ну, ничего страшного. Ну, убили впятеро меня, да, что поделать. Вот решил аквапа сделать ТП. Зачем ты делаешь ТП, если уже всех убили? Бей! Да. Собираем даггер. Ну, ничего страшного. 0-1, в принципе, не самое страшное. Собираем даггер. В первую очередь, я уже сказал, для чего, да? Чтобы мы 100% могли связать. Ну, там, то есть, шанс намного увеличивается. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, домой, 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 пошли, домой, домой. Ты где? Тут ты еще там оставался. Нет, все, все ушли. Ну, хотя, ну давай, что ты бегаешь, дебил кусок? Почему ты просто бегаешь? Вот и все, что ты, как маленький. Да. Кусок просто, ну, вы видите, бесполезный герой, просто бесполезный герой в этой игре. Я вообще не понимаю, что он делает. Кадр он. Да. Ну ладно, самое главное, что мы убили его, это уже хорошо. Вроде омник. Почему ты просто не можешь подойти и похилить себя? Вопрос. Ладно, у нас есть 1000 голды. А, сейчас нужно собрать нам еще 1000 минимум. Минимум. Потихонечку пофармим. Так, опять же, говорил уже, да, мы будем теперь, после того, как мы замаксили второй скилл, мы будем максить первый скилл. И что дальше? Ну и что дальше? Хорош, хорош, хорош. Ну, инокер нам не страшен, в любом случае. Можно пробовать его убить как-нибудь. Но пока будет это сложно сделать. У нас пик, на самом деле, так себе не очень интересный. Но самое главное, что я вот благодаря тому, что мы прокачали третий скилл, у нас теперь есть уклонение. То есть нам всякие инвокеры, они не страшны. Это хорошо. А, дальше. Ну, само собой, когда уже будет лейт, там можно пойти в криты. Это безусловно. Кто-то, например, если против вас будет играть Легион Командер, кто-то собирает себе линку. Ну, я не вижу в этом смысла, в принципе. Если вас ловит Легион Командер, ну, просто задумайтесь, наверное, на этот счет. Меня, постарайтесь, чтобы он вас не ловил, поставьте варды. По идее, просто вы должны его ловить. Все, вот весь выход с этой ситуации. Вы должны первыми ловить его. Пока. А, даже так, да? Да, даже так. Сейчас будет санстрайк, правильно я понимаю? Ну, смотрите, инвокер жестит, жестит, инвокер жестит. Ненасытный какой, смотрите на него. Вот он, санстрайк полетел, ну я вам говорил, да. А, даже так у нас. Хорошо. Мне повезло, что Спектра не увидела. У нас уже 1600 голды практически. Вот минус нашей команды, например, в данной игре, что тимплей просто ноль. Ноль. Его нету тимплея априори в этой игре. Его просто нету. Хотя Сварк у нас фармит. Ну ладно. Самое главное нам выжить максимум из нашего героя. Я думаю, что у нас в любом случае будет одна из лучших стат. Давай, детка, давай, пошли. Да ты умрешь в любом случае, друг мой. Все, отправили в ад. Ну, инвокер очень слабый, я вам скажу откровенно, очень слабый. Не убил я в нем вообще потенциала. И теперь... Просто за один заход у нас уже 2100 голды. Не знаю, то есть ли смысл туда идти? Ну давайте сходим. Хорошо. Можно, в принципе, сейчас дофармить быстренько себе голды. Прочекаем руну. Не забывайте чекать руну, то же самое главное. Ну, если у вас есть в команде саппорта, которые ставят варды, ну это нереально редко, про это вообще можете забыть. Это случай один на миллиард. И что это?
Вот она вкусняшка, смотрите, вот она вкусняшка. Ну нет, мы ее не убьем. Ну, пошли, пошли, отлично. Ну все, свой дамаг мы в любом случае внесли, это самое главное. Так, давайте сейчас быстренько все расставлю, чтобы мне было удобнее. Что там, все хорошо? О-о-о, какие у нас здесь завороты пошли. Без маны мы здесь ничего не сделаем. Поэтому можно идти домой. Я умер, да? Да, чувак, ты умер. Чувак, ты умер, чувак, извини. Вообще маны ноль, просто ноль маны. Нормально. Нет, он умрет, да? Умрет или выживет? Хорошо. Как задолбал меня тупорылый уже инвокер, это боссаны. Смотрите, выжил. Молодец. Там говорили про третий скилл, да, тоже. Давайте быстренько пробежимся по скиллам. Первый скилл, он связывает, ну, цель вражескую. Или с деревом, или с другим героем, или с крипом, неважно. А второй скилл, повершот, стрелять по прямой, наносит урон. Также ломают деревья. То есть с помощью этого скилла мы фармим и убиваем. А третий скилл, это ускорение, и также он замедляет врагов. Но здесь не было смысла его включать, потому что я уже видел, что Спектр, она не может его догнать априори просто. Так что там было все просчитано. Отлично, дагер у нас есть. Теперь уже точно собираем мы Майлсторм. Опять же, через такую раскачку играет тот же самый Виха, он также играет через Майлсторм быстрый. Может быть, по-моему, даже до дагера собирает его. Мы забираем пачку крипов за два выстрела поваршот. И все, теперь, в принципе, мы можем бегать и убивать. Ну, руны, само собой, нету в этой игре у нас вообще. То есть прыгаем, ультуем, больше ничего делать не надо. Так, хорошо, Урза собрал молм. Отлично, мы забираем вышки, мы очень хорошо фармим. Опять же, напомню, что сейчас у нас дамаги все же мало. Так. Давай, друг мой, ад пошел. Сейчас дамаги у нас мало, потому что, ну... Ничего нет на нее абсолютно, то есть у нас просто есть даггер. Дамага появится, когда мы купим себе Майлсторм. Это самое важное, запомните. То есть как можно быстрее собрать Майлсторм. Там будут идти молнии. Я даже когда-то там баловался, собирал там по 2, по 3 Майлсторма. В принципе, хорошая вещь, безусловно. То есть у вас будут молнии просто чаще, это логично, я думаю. Но лучше такого не делать. Уж собрать тот же самый дизолятор. Дизоль очень сильно помогает вам убивать, ну там уменьшает броню, опять же я говорил, да, что если аганим вы собираете только для ульты аганим, чтобы вы просто быто били без штрафа, штраф сердечко. Да, так оно и будет, но если соберете дизолятор, во-первых, у вас урон будет не только с ультимейта, вы просто будете бить с руки очень больно, также у вас будет уменьшение брони, по тем же вышкам, по людям и так далее. Пойдемте убивать, я хочу убивать, пошли. Попробую поймать ее сейчас. Связываем. Когда мы связываем, можно как кидать. Нет, плохо связал, но попробуем. Да, да, все, убили нас, как я понимаю. Плохо получилась связка. Можно связывать как самим врагом. Тут все очень печально. Как можно было связать, ну как кинуть связку на самого врага, да, чтобы он там связался с деревом. Также можно было на крипа, чтобы от крипа пошла связка. Я не знаю, что сейчас было, честно, просто куча дерьма. Опять же, это без, без тимплея игра идет. Просто вот двое внизу, трое здесь. Ну я думаю, у нас шансы есть на победу, посмотрим. По стати мы, по идее, лидирующие места сейчас будем занимать, да. У нас стата на первом месте по количеству смертей и убийств, это уже хорошо. То есть свое мы отыграем в любом случае, это 100%. То есть поэтому гайду играя, да, вы будете всегда на первом месте. Ну что это, ну что это? Бесполезный он. Правильно, зачем вообще дефать, просто пойти Рошана, почему вы и нет? Пошли вон, вон пошли, не дам я вышку, заметьте, я соло дефаю, то есть все команде просто класть на эту вышку. Ну мы его сейчас не убьем никак абсолютно. Не, у нас пик довольно хороший, у нас есть Урса, как ни крути.
Он раскочегарится, все будет хорошо. Скоро он появится, уже Майлсторм, хорошо, побежали. Опа, и денежки, нормально. Можем добивать крипов после других. Тимпой, да, молодцы. Вот молодцы, вижу тимпой, молодцы враги. Все превосходно у них. Я позавидовал бы тимпою. Где ты? Давай, давай. Так, стараемся фармить. Хорошо, ну. Сварк пытался забрать наш фарм, но у него не получилось. Давай тогда я уже принесу себе хаммер. Хаммер, чтобы у меня был дамаг. Да, у них, кстати, блэкхол нет, можно подраться спокойно. Опа, отлично. Летит мой хаммер. Блэкхол нет, надо драться. Опс, и скоро у нас уже будет Майлсторм. В принципе, нам хватит его. А, там же начинается драка, сейчас побежим, поможем ему убить. Ну, вот про тимпой, наконец-то мы собрались команды, вот что самое главное. А, это уолл. Так, 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 ждем, ждем, когда пройдет ульта. Ну, святочка прошла, прошла, святочка, давай, домой, домой, отлично, все, все погибли. Меня очень почему-то бесит этот тупорылый инвокер своими духами огня. Дух огня. Хорошо, здесь мы уже ничего не сделаем, побежали домой. Что урса? Урса там у него все плохо, да? Живи, живи, живи. Беги ко мне, беги ко мне. Нет, туда вниз. Что это было, лол? Я думал, от нее вернуться можно блинком. Лау. Знаешь, что можно было ульт прожать без базара. Я думал, что от нее можно вернуться блинком. Ладно, у меня команда рофлит, все хорошо. Появился у нас Майлсторм. Смотрим, что у нас здесь есть. Да. Ну, пик, в принципе, у врагов такой простенький. Мы вообще сейчас любого можем практически убить соло, тем более с дезолятором. Поэтому, то есть здесь мало брони, мало, мало, средний, средний. Хорошо, собираем дезолятор в любом случае. Это лучший предмет, как мне кажется. Хотя и аганим. Еще раз говорю, здесь уже думайте сами, вот что вы предпочитаете. Или собрать аганим, или дезолятор. Именно сейчас я хочу собрать дезолятор. Потому что аганим мало чем здесь поможет. Тем более мы не можем пока ультовать больше одной цели в замесе. Даже если у нас будет аганим, все равно мы пока не можем этого сделать. У нас не хватает дамаги, выживаемости и так далее. О, отлично. Отлично. Так, забираем крипов, фармим, фармим, фармим. Само собой. Отлично, молодец, умница. Не забывайте гангать постоянно, то есть вы не должны играть какую-то пассивную, как... Ну, не должны быть пассивным гомосексуалистом. Вы не должны быть таким. Ну, теперь, наконец-то, все руны мои, хорошо. Инвокер, где ты, мой друг, инвокер? Так, мы собрали только что Майлсторм, да, то есть мы еще даже не дрались с Майлштормом. Посмотрим на результат. Давай, давай, нет. Бейте, бейте, бейте. Ну, детка, давай, давай. А что так плохо-то? Где мое ускорение? Я промахнулся, что ли? Лол. Сука, не достал. Я что-то не понял. Стоп, в кого я ультанул вообще? Почему не было ускорения? Ладно. Что-то я накосячил, бывает. Что у нас по стате? 3, 2, 6, хорошо. Что-то было непонятное. А, ну вот, опять же, почему собрал мом, потому что у нас есть БКБ, это хорошо. У нас есть омни, который кидает БКБ. У них есть энигма, не забываем про энигму. Вот она же друг энигма. Кого ты бьешь, я не понимаю. Молодец. Да,
Давай, друг мой. Ну, ну, помощь, 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 помощь. Подъехала, подъехала, помощь. Ну, ВР-ка, отлично, отлично. Мы уже всю команду убиваем, хорошо. Все хорошо, 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 хорошо. Минус 3, смотрите. Но не забываем, что там есть тупорылый инвокер, который просто кидает санстрайк раз в 4 минуты. Или раз в 10 минут. Ну, короче говоря, он практически бесполезен. И у нас 1300 голды. То есть у нас уже атака, а, ну, где-то 170... Ой, 140-150. Опс, еще подфармили, хорошо. Пойдемте сбегаем за руны. Ну, смотрите, видите, я вам показываю, как играть. При этом мы играем с вами на расслабоне. То есть... При этом стата 21-20, да? Ну, нормально, я думаю. На самом деле, этот герой, он несложно, но нужна практика в любом случае, это 100%. То же самое, еще раз приведу пример. Виха, да, он играл очень много игр, очень много. Ну что такое? Вот сейчас было неправильно, так делать не надо. Криво, криво я стрельно, очень криво. Это было очень криво. Но бывает, бывает, само собой. И на просцене тоже бывает. Кто-то на просцене там играет за Энигму, ни разу бой Хонде за игру, такое тоже бывает. Давайте ультанем. От злости. Отлично. Все, теперь у нас еще будет больше атаки. А, потихонечку подходим к дезолятору. Я уже назвал. Дезолятор, опять же, идеально бы зашел, да. Если в команде врагов очень много героев, ну, которые просто мало брони. Вы просто их будете убивать там за 2-3 удара. А аганим мы соберем уже после дезолятора. И при этом, смотрите, мы будем готовы. То есть у нас все будет готово. У нас будет дамаг, у нас будет дезолятор, который отнимает броню. И просто... Стреляй, стреляй, стреляй. Вот маленькая КД ульты и тому подобное. А если бы мы делали бы наоборот, то сейчас бы типа был аганим, я бы часто стрелял, но я бы далеко бы не всех убивал. То же самое спектр, например. Ладно. Убираем ну талисман, то есть нам больше даст дамаги хаммер, мы берем его. И бежим, бежим, какие-то замуты начинаются. Все, убили. Ну вот, наконец-то сварка скачегарился. Ну пик, я говорю, у нас довольно хороший пик. С таким пиком можно побежать игру, я думаю. Кстати, насчет пика, да? Опять же, еще один совет. Вначале договаривайтесь. То есть сейчас я играю с русскоязычными, я вначале вместе с ними обсуждал пик. Я им говорил, что нужно брать, что не нужно брать и так далее. То есть это пик не такой спонтанный, знаете, прям рандом полный. Нет. Просто играем рейтинг. Вначале обсудили, поговорили. Если у нас ДД, можно пробовать даже ультануть вышку. Давайте быстренько сделаем. Надо забрать ее. Будет нажимать? Нет, глиф они нажимать не будут. Ладно, допустим. Скоро у нас уже денежка придет. Голды будет очень много. Спасибо большое. Помогает, помогает нам фармить. Ну все, в принципе, вроде счет 23-20, да, смотрите. Ну, неплохой счет, но при этом чувствуется полная доминация с нашей стороны. Здесь я уже ничего не сделал, у нас ульты пока нету. Что у него? У него пока ничего нету, ладно. Когда уже будут рапиры, ну, у нас есть третий скилл, нам, в принципе, рапира не так страшна. А, еще раз напоминаю, что если против вас играет легионка, она может собрать себе МКБ и так далее, это уже будет довольно больно. Но как нужно играть? Просто вы должны сами ее первые ловить. То есть не она вас должна ловить, это вы ее должны ловить. Купите варды, не пожалейте, поставьте... В определенных местах. Давайте еще обсудим, какие там бывают антигерои. Ну, наверное... Так, тихо. Не, чувак, здесь что-то вообще жопа полная. Ты пробиваешь это просто. Ну, против четырех, я думаю, драться здесь бессмысленно. Ты будешь за мной бежать? Не могу. Зря он туда пошел. Ну куда вы все пошли, чуваки? Давайте уже наверное соберемся. Сильно жирный для меня он. Сильно жирный? Ну, извини меня, это у нас кто? Это у нас Бриз, правильно? Ты его бьешь в спину. Почему ты говоришь, что он слишком жирный? Так я надо спину его бить. Логика в этом. А ждем мой дезолятор. Верните мой дезоль. Для чего я купил дезолятор? Дайте мне его.
оп, оп. Вот они, пошли молнии. Вы видите сколько? 5 молний в секунду. 5. 5 молний в секунду было. Ну где, где дизолятор? Этими отражениями это очень больно получается, не пробивает. Короче, гоу это... Ну, про антигероев я сказал, да? Ну, да, честно, да, я даже не могу вспомнить ни одного антигероя, кроме легионки. Напомню, что еще плохой итем для нашего героя это Rod of Atos. Так же называется, да? Atos Partos Paramix я его называю. Ну, Atos, короче. Потому что он увеличивает процент попадания. Если у нас третий скилл это 100% уклонение, да, он увеличивает процент попадания. То есть, если нас будут кидать Rod of Atos, то по нам будут попадать люди в третьем скилле. Это тоже очень важно. Хорошо, идем на руну. Ой, на руну, на рошу. С дизолятором. И идем собираться уже в аганим. Как раз все будет у нас по таймингу. Ну, они нас палили, если что. По-любому враги нас палили. Сейчас будут туда влез, скорее всего, энигмы. Господи, уста ты пинал? В принципе, я могу перебить. Хорошо. Кстати, я еще, знаете, еще ни разу не делал, я еще ни разу этого героя не собирал Dragon Lance. То есть можете попробовать собрать, то есть увеличивает дальность атаки, скорость, ну я не знаю, есть ли смысл. Не, смысл как бы есть, да, в том, что у нас ультимейт такой сильный и дальность атаки будет высокая. Ну можете попробовать. А я подобрал руну? Я забыл, по-моему, подобрал. Да. Можно все приду? Так, энигму еще никто не отменял. Давайте его подождем. По итемам, еще раз говорю, что сейчас я буду собирать себе аганим, а потом будем собирать, скорее всего, уже пойдем в криты. Линку я собираю очень редко, даже если играет какой-нибудь там легионка, да, то... Нет, почти не собираю. Так что здесь опасно стало. Ну, и само собой, про ВР-ку, что могу еще сказать? Что это герой, который способен переворачивать игры, переворачивать, однозначно способен. Так, связочка пошла, пошла связочка. Домой, домой, отлично, отлично. Ты куда, моя подружка, ты куда? Ты куда? Что ж меня так пробивает, а? Ой, как больно, больно, больно. У них там пробивает больше всех, это... Ну что такое, ты его убивать кто-нибудь будет, нет? Ну ясно, ладно, забейте. Ты не добил. У них больше всех пробивает это Брист. Ну вот, о чем здесь честнее говорить. Команда немножко косячит, надо было добить Бриста. Отдали ему ультра килл, ну ничего страшного. Но, опять же, еще герой против ВР-ки не очень... Ну это как бы это не антигерой, да? Но герой, который неприятен в ВР-ке, это Брист, безусловно. Если мы ему будем стрелять в спину, ну мало ли так свяжем, да, то там урон... Очень сильно будет обрезаться. Нахуя ты полез один? У нас идет, в принципе, все хорошо. То есть 4-3-11, у нас очень много помощи. То есть получаем опыт, голду. Сейчас соберемся мы в аганим. Я думаю, здесь победа будет за нами. Хотя счет одинаковый, смотрите, опять же. То есть никто не говорит, что это какая-то там, не знаю, игра в одну калитку. Тем более Брист уже практически скоро будет на максимуме. Ему осталось купить Тараску и все. Уже, наверное, пора продавать нам талисман. Будем собираться и в жирок тоже. Сейчас у нас будет примерно 1500 хп. Ну, примерно. А, стало меньше, да, ему 0 талисман продали. Ну, талисман продали, стало меньше. Ну. Плохая связка. Ну, в принципе, нормально пробиваем. Давай, ты и показывай. Смотрите. Ой, блядь, вырка такая тупая. Лол, это иллюзия была? Да. Но если мы иллюзию так долго пробивали, думаю, понимаете, что будет с настоящим. Я еще даже не подумал, что это иллюзия на самом деле. Ну это фейл, это безусловно был фейл. Но ничего страшного. Сейчас немножко попушим. Ну не надо, пожалуйста. Это тоже иллюзия, да? Нет, это не иллюзия, ладно.
пока у них играет, в основном это Брист, но также там еще есть и Энигма, его нам нужно бояться. Что у нас по рунам? Еще пока не время. Также хочется делать соло-фраги, нужно стараться делать, но я сказал уже в самом начале, что у врагов очень хорошая команда, очень хорошая. То есть гораздо лучше, чем наша команда в плане тимплея. Там тимплей просто на высоте. Там тимплей почти идеален. Ходят вместе, делают там замесы, прокасты и все то, что нужно. Отлично, продолжаем фармить. Руны нету? А, руна есть. Так, ну что? Где у нас драки? Ну, опять же, я сейчас говорю, что мы сейчас не сможем здесь вообще ничего сделать. Напасть ни на кого не сможем из-за тимплея. И 0 вардов на карте. Просто 0. То есть мы делаем вывод, что саппортов 0. Просто 0. Саппортов 0. Просто их нету саппортов в игре. Как такое вообще может быть, я не понимаю. Почему 0 вардов на карте? Ну, смотрите, что такое? Что это за закуп омника? Это не саппорт, это кэрри. У нас омник кэрри просто. Вот в чем проблема вся. Опа. Ну, зато чувак купил себе ганим. Только не знаю зачем, но ладно. Без него вообще нет смысла идти. Потому что я не могу убить, он на меня промах постоянно вешает. Так, потихонечку мы сейчас двигаемся. Скоро у нас будет замес. А постараться всех убить в этом замесе. Ну не напасть, не можем мы сейчас ни на кого напасть. Но я говорю, мы должны выиграть, я уверен в этом. Мы должны выиграть. Еще раз напомню, что СМ-ка, она переворачивает игры, переворачивает. Опа. А Санстрайк? Где Санстрайк? Он должен был кинуть в этот момент Санстрайк. И да, и не забывайте пушить, само собой. Можно отлично пушить лайны, то есть... пушим, прыгаем с даггера и убегаем, если враги начинают приближаться. Пошли. Мы собрали... Здесь кто был, да? О, сейчас будет все плохо, видимо. О-о-о, чуваки, сейчас здесь будет все плохо. Сейчас здесь будет все плохо, видимо. Убегаем, убегаем, нам не надо умирать. Да, нам куча дерьма Баба. Всякого в спину летит, ну это понятно. Сам страйки будут? Скажи, пожалуйста, нахуя ты арчит собрал? Им можно было пол сбивать. Команда уже начинает сраться, но это стандартное явление, ничего страшного. У них бы КБ было. Вот, кстати, умника надо тоже кинуть. 1-7, кусок дерьма, бесполезнейший герой в данном... ну, в данной игре, просто бесполезный. Ни одного варда просто... Просто ни одного варда, и что-то еще говорит. Фармит. Зачем вообще омнику нужно фармить? Это шутка такая, что ли? Это у нас кэрри, это фармящий герой. То есть по факту тогда получается у нас все должны фармить 5 героев. А где тогда столько фарма взять? Продолжение будет? Логим. Ясно. Тайминг, тайминг. Тайминг, тайминг. Ват. Ну ясно, молодцы. Команда. Это команда. Вы понимаете, что такое команда? Вот он пример. Просто сплоченность. У нас такого нет, слушай. У нас такого нет. У нас такого нету. Опа. Похилил. Больно, больно, да, больно. Ой, это у меня, извиняюсь, секундочку. Так, хорошо. Постараемся победить, а Энигма собрал БКБ, мы теперь не можем его связать. Также враги могут собирать и линку против нашей связки. Я надеюсь, меня сейчас не убьют. О, ты кот собрался, Если враг собирает линку, да, ну здесь мы уже практически ничего ему не сделаем. То есть нам будет тяжело его связать. Но просто, как делаете? Прыгайте с даггера, кидайте связку и просто уже пальтом ультуете. То есть, мы его не свяжем, потому что у него линка, да? Мы его не свяжем.
Но при этом мы в него ультанем, там уже врубаем третий скилл, там фейзы юзаем и бежим, просто бьем. Это единственный вариант. А, можно собрать какие-то там дополнительные предметы, типа форстав собрать, но это уже не так себе вариант. Но можно форстав, можно ветра и просто сбивать ими. Зачем он прыгает постоянно на этого дауна? Я не понимаю, это какая-то ошибка. Сейчас туда Энигма залетит, правильно я понимаю? То есть они прыгают на Бриста вчетвером, и туда прыгает Энигма. Это такой план? Плохой план, плохой. Что? А, у нас у Урсы Хекс. То есть это что-то довольно новое. Такого еще не видел. То есть сейчас, в принципе, все зависит от ультимейта Энигмы. Фарми, да, скоро будет рапира. Ну, о чем я вам говорил. Скоро будет рапира, но нам на его рапиру просто пофиг. Мы ультанем. У нас скоро будет уже огоним. Мы ультуем на его копию и все, и убиваем ее. Без проблем. У нас очень много дамаги будет. Отлично. Давайте попробуем пока что дофармить. Осталось 500 голды, у нас будет огоним. Опс, и добиваем просто. Идут молнии, тоже помогают нам фармить молнию. Именно говорю, в этой игре, в чем сложность? В первую очередь, потому что там очень сильный тимплей. Безусловно, такое не в каждой игре. Спасибо, друг мой. Такое не в каждой игре, но здесь придется нам попотеть, безусловно, попотеть. То есть по одному они практически не ходят. Ну его я точно не убью сейчас. О-о. Ну давай, давай, пошел. Приходится стрелять в спину, потому что я не могу тратить время на то, чтобы там разбегать, там смотреть ему в лицо, поворачиваться. Но я должен его убить, да. Вы видите, а вот если бы у меня сейчас не было дизолятора, вы представьте, что было бы сейчас. Без дизолятора, о, там дамаги было бы очень мало. Потому что он собирается в броню и так далее. Но теперь, наконец-то, у нас уже есть огоним. Что он делает? Давай сейчас придет ко мне огоним. Давай, 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 дед. Хорошо, есть нас огоним. И все, мы просто потом идем к криты. Это будет полная жопа, короче. Пока у меня ульты нету. Опа, домой. Ждем, просто ждем ульту, чуваки. Ждем мою ульту. У меня сейчас будет полный урон, это будет полная жопа. Также, опять же, мы можем постараться связать Энигму до ее ультимейта. Это то же самое, что играть против Легионки, он говорил, да? То есть нападать первым. Но нас убьют, скорее всего, 100%. Потому что, опять, там типлей очень хороший. То есть меня просто будут впятером бить. У тебя Еги нету. Вот если он прыгнет на Энигму и даст на него хекс, это будет победа сразу. Не, ну молодец, в принципе он собрал хекс, это неплохо. Значит, он мне мигает, не знаю, зачем. Он реально думает, что я то первый пойду, он такой наивный. Ладно, отходим. Пойдемте уже в криты собираться. То есть у нас сейчас дамаги 200, потом еще мы увеличиваем, ну, уменьшаем броню у врагов, увеличиваем себе урон этим. То есть дамаги там очень много идет. Собрав кристаллис, ну это копия, да, да. Я думаю, копию убивать, в принципе, можно, не тратя все скиллы свои. А, это называется фит некрами, да. У нас фитят некрами, дают нам голду. Опа, нет, не успел немножко, хорошо. Ну давайте, чуваки, сейчас задача у нас какова, да? Не просто там гай снять, я хочу все-таки победный гайд. Я хочу победный гайд, чтобы вы увидели. Поэтому давайте постараемся победить. Пока все очень сложно, враги не выходят с базы, то есть, ну, видите, есть все-таки какой-то уровень игры, да? То есть не просто ходят фидят, а есть уровень подготовки. Мы не зайдем там, Эгиса сыр, ребята, что? А, у него еще и рапира. Ну, рапира это, господи, это понятно. Я думаю, все арки собирают рапиру рано или поздно. Давно я уже не пилил гайды по 40 минут, поэтому начинаю заговариваться.
Так что давайте, держите кулачки, нужно победить, молитесь за меня. Я постараюсь сделать все, что могу. То есть я фармлю свои вещи. Я свое уже, в принципе, выфармил. То есть до магии у меня хватит убить соло любого. Любого. Ну, будет сложно убить, конечно, Бриста. Но все равно, я нанесу больше всех дамаги ему. Помник у нас фармящий, фармит лесу. Можно... Так, что там по рунам у нас? Скоро будет руна, хорошо, да, скоро будет руна. Будем уже продавать мой ботл скоро. А когда появится кристаллис. Хорошо. Ну, смотрите, если у вас происходит застой в команде, да, то есть ничего не можете сделать, можно пойти лол. Нет. Можно пойти, короче, пушить. Но если бы я увидел, я бы кинул бы по-другому все. Но вы видели, я не видел. Я даже понятия не имел, что там спектра. Что это за бред вообще? Лол. 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 Это было реально как-то неожиданно. Я сразу подумал, что надо сделать рампагу, но потом решил пожалеть пацанов. Хорошо, команда сейчас ждет, когда пройдет Аегис у врагов. Чтобы не драться под Аегисом. Хотя там Аегис отлично. Люблю, когда так сварк делает. Хотя Аегис у инвокера, там инвокер практически бесполезен в этой игре, к сожалению. Для него. Давайте потихонечку пушим со всех лайнов. Будем давить, давить, давить. Давим, давим, давим. Опа, хорошо. Первый заход. Вот Омник не должен так поставляться. Саппорт должен стоять позади нас. Давай сейчас мы потратим немножко маны. У нас есть руна. И криты. То есть под критами. А если потом мы еще апнем в доедалос, это будет просто ад. Просто ад. Также можно и купить ей БКБ, да. Но это в случае, если там слишком много станов. В принципе, даже... Давайте... Наверное, как мы сделаем. У нас... Нет, БКБ мы в этой игре не будем покупать. Но просто тоже, знаете, что можно было бы купить БКБ. Но мне, видите, пока никто не мешает. То есть нету каких-то станов, которые бы мне мешали. Ладно бы, если я постоянно был в стане каждый замес. Нет, я в каждом замесе... Что это, господи? Не хочу их убивать, поэтому пойдемте. Можно было убить для голды, но не хочу тратить время. Не хочу. Все, можно тогда попробовать драться. Я не знаю, надо энигму первую фокуснуть. Просто Урсия, который собрал... О, вкусняш, который собрал Хекс. Надо запрыгнуть и кинуть Хекс на энигму. Мне кажется, все довольно просто. Опять же, ноль вардов. Просто ноль вардов. Просто ноль. То есть, как бы должен был сделать нормальный... Нет, энигма, энигма, энигма. Давайте попробую запрыгнуть, но меня, скорее всего, убьют. Вот у меня вся проблема. А что, никто не будет его сейвить? Ну, давайте убьем энигму. Давай, детка, пошла, пошла, пошла. Ты куда? Ты куда, красота? Ой, больно, больно. Тихо, 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 тихо. Нормально. В принципе, все это хорошо прошло. Омник сейчас... Ой, не Омник, а инвокер кинет свое дерьмо. Ну давай, детка, поиграем с тобой. Давай, давай, пробивай, пробивай. Отлично, пробил я полностью спектру. Скорее всего, на меня накладывали... Да, на меня накладывали шляпу, как называется, я уже забыл. Алебарду накладывали. То есть сначала я не бил, потом начал бить. Но в итоге, в принципе, все хорошо. То есть мы убили... Одного это был Энигма, и практически полностью убили Спектр. То есть там оставалось 5 хп буквально. Ну, враги умирают, самое главное. Теперь у нас появляются криты, и мы уже гарантированно будем убивать. Соберем доедалос и так далее. То есть, что мы сейчас сделали, да? Что значит наша сборка? Теперь, вот, какова задача, что мы брали кэрри там, да? Ну, кэрри, соло, да? На мид. Мы сделали такого героя, который сильнее любого вражеского героя. Вот любого. С такими итемами, да, мы там спектру убиваем. Энигму вы видели, там 2-3 удара я нанес. Там 2-3 удара я убил фуллового Энигму за 2-3 удара. Если были бы криты, это было бы быстрее. Если я соберу доедалос полный, всякие спектры, они будут просто разваливаться. Любой бы герой, там сларки, спектры. Ну, кто бы был против меня, там Свен, они бы все разваливались. Само собой, еще раз говорю, что можно было бы купить БКБ.
В этой игре сложность еще в том, да, что здесь играет Спектра именно из-за ее ультимейта. То есть, когда она ультует, все начинают разбегаться, там непонятно, что делать, это. Ну, это дефолт. Я думаю, так всегда происходит. То есть, где оригинал, ты не понимаешь. Просто нужно ульту переждать. Также не забывайте, что вы можете во время ульты Спектра нажать третий скилл, и она вам ничего не сделает. Ну, там немножко подамажит, а через радианс. Старые добрые 50-минутные гайды подъехали, называется. Лучше нам сейчас не умирать. Также не забывайте, на таком промежутке времени, да, когда уже 50-я минута, лучше оставляйте на выкуп. Здесь это все правда зависит от каждого замеса. Так, я пока живой, все хорошо, хорошо, ладно. Ну, я пока буду тогда копить на выкуп, если что, купим себе доедалос. Давай, детка, давай. Пока у меня нету даггера. Ну, дамаг сейчас он будет просто колоссальный. То есть мы сейчас наносим... Мы сейчас что делаем? Мы уменьшаем броню у врагов, наносим полный урон, и при этом там идут еще и молнии, и криты. То есть куча мала такая вот. А он хекс вообще использовал? Я так и не понял. Не пробивай его. Не, осторожно, осторожно. Тебе надо просто убить вонючую энигму. Зачем ты бьешь? Вот самая тупая ошибка, зачем ты кидаешь на бриста? На бриста ты кидаешь хекс. Ты на энигму кинь и все. Что ты делаешь, я не понимаю. Давай, давай, что там у нас есть? Пока вроде все спокойно. Не забываем потихонечку пушить через второй скилл. Просто пушим, 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 пушим. Сейчас появится у нас второй скилл и бабах, отлично. Немножко нас продамажило, да, бывает и такое. Чуваки, нужно заходить, вы много времени тратите. Я еще попробовал бы убить Спектру Соло, можно попробовать. Но ТП у нас нету. Давайте побьем Рошана, просто побьем, не буду ультовать. Вы видите, да, какой колоссальный дамаг идет. Опа, просто без шансов. Там уже сырок есть. Но у меня нету слотов, так что я не пойду за ним. О, это настоящий. Пойдемте, уже снесем. ТП, кстати, нужно купить. Реально, без ТП ходить это очень плохо. Но нам нечего выкинуть, просто нечего. Они сейчас пронесут нам всю базу. Просто пронесут. Он пронесет базу. Ну, давайте, дефте. Не знаю, что там омник будет делать, когда с рапиры сейчас появится копия. Так, хорошо, вроде еще живой. О-о-о-о-о-о, поймали, поймали, да-да-да-да, хорош, хорош, хорош. Хорош, хорош, убийца, да. Ну смотрите. Да сука, заебёт, заебёт. Омник, в принципе, помог. Как там все плохо у нас, чуваки. Что с топом? Топ сносят, в принципе, это хорошо. Все хорошо. Ладно, нас убили Урсу. У нас убили Урсу. Можно пробовать даже кого-нибудь... Нет, не будем пробовать. Просто давайте уйдем отсюда. А, так Аегу взял не Урсу. Я думал, Урсу взял Аегу. Урса. Ну что, друг, я могу туда влететь, кого-нибудь убить, да, но мы 100% умрем. Там слишком много народу. Нет, все хорошо, смотрите. Ну давай, детка, давай. Отлично, все убили. Живи! О, сколько замедления, матерь божья, сколько замедления идет. По КБ дожми тут бей. Ну, 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 давай, детка, попробуй что-нибудь придумать. До последних сил. Как-то так. Лол. В любом случае, все прошло у нас довольно хорошо, пока мы дрались в этом месте, пронесли просто в говнище весь нижний лайн. То есть мы просто отвлекали внимание. Но казалось бы, вот арк, у тебя есть рапира, да. А что толку? Ты даже не можешь дойти до нашей базы. До сюда вот дошел, и все, я бы какался. Ну, вы сами видите, что мы убьем любого, да, но здесь именно тяжело пробивать без... бриста. Все время путаюсь с бистмастером. Бриста. Тяжело пробивать бриста, очень тяжело. Ну, в первую очередь спину его пробивать, само собой. Но ничего страшного, пробьем. Так, кстати, да.
Нужно потихонечку покупать себе, уже доедалось. А если мы продадим, нам сейчас золота не будет хватать. Ну, с доедалосом пробить, а бриста больше шансов. А, это всякая там спектра, ну что это, что за кусок дерьма, господи, она развалится за пару секунд. У нас это, ВР-ка почти 6 слотов, все, слот есть, сейчас будет слот, слот, слот. Можно было бы Майлсторм, именно сейчас, на этой стадии игры, можно было бы поменять Майлсторм. То есть можно было бы продать. Наверное, так и сделаю. Так, где мои куры-то, господи, вон она бежит. Продадим Майлсторм, я освобожу себе слот, наверное, пойду уже в БКБ. Майлсторм, он нужен нам в начале. Куда кура летит моя? А, Майлсторм, он нужен нам в начале, да, для того, чтобы там была быстрая атака, чтобы были молнии и все дела. Но теперь, когда у нас уже есть какие-то магонимы, дизоляторы, да, и далосы, нам Майлсторм здесь не нужен. Молния там 100 хп ничего не даст. 100 дамаги, 150, 100, неважно. Ладно, все, я хочу, короче, убивать, понимаете, убивать. Собираемся, последнее, это БКБ, пойдем. Хотя БКБ, опять же, в этой игре мало от него будет толку, потому что, ну, меня никто не пробивает практически. Ага, даже так. Даже так, да? Я умру сейчас, пацаны, я умру. А что они такие наглые? Они хотят, чтобы Энигма прыгнул, да? Да, Энигму ждут. Поэтому лучше здесь ничего не делать. Вот мразь ходит в инвизи. Ну, пускай ходит, чё. Давай, детка, пошли, криты, криты пошли. Криты, криты сказал. Критули, критули, критули пошли мои. Ты что ты хочешь от меня, дурачок? Ады пошел, ад. Мы очень много в любом случае здесь наносим дамаги, очень много. Тоже в ад. Смотрите, просто я сделал ему 2-3 удара. 2-3 удара сделал его копии, да, и она умирает моментально. Я вам говорил, мне срать, пускай хоть 50 рапир у него будет, вообще срать. Я сделаю связку и убью его копию. Ну, бесшансовая победа, вот вы видите, да? Все решилось за один замес. Просто один замес все решил. Где ты, друг мой? Да, ну чего? Че не дал мне убить? Вот такая вот у нас игра. Я надеюсь, вам понравился гайд. Постарался рассказать все, что мог. Спасибо большое за просмотр. Чинчопа, чинчопа.